Поддерживая социальную направленность региональной политики, администрация профсоюза и работодатели Раменского городского округа 18 апреля собрались для подписания трехстороннего соглашения между администрацией Раменского городского округа, ассоциацией профсоюзов и работодателями в целях практической реализации принципов социального партнерства и совершенствования коллективного договорного регулирования социально-трудовых отношений, усиления социальной защищенности жителей округа. Подписание документа проходит ежегодно. Свои подписи под соглашением поставили глава Раменского городского округа Николай Александрович Ханин, председатель Совета директоров промышленных и научных предприятий Раменского городского округа Акоп Георгиевич Акопян и председатель Координационного совета профсоюзов Раменского городского округа Дмитрий Александрович Гайдай. Соглашение – это документ, служащий основой планирования и осуществления деятельности трехсторонней комиссии. Стороны, подписывающие документ, подтверждают свое намерение содействовать проведению активной социально-экономической политики, направленной на развитие производства и бизнеса, а также укрепление экономического потенциала округа. Важное взаимодействие между торгово-промышленной палатой и профсоюзами, когда мы нацелены на развитие нашего городского округа, и все стороны направлены именно на сотрудничество, на взаимодействие, то тогда наш округ развивается. И, конечно же, права трудящихся все равно должны быть защищены и должны быть представлены и на законодательном уровне, и на уровне, я бы сказал, простой человеческой поддержки. Все мы знаем о том, что такой социальный институт, я бы его даже так назвал, как профсоюзы, очень важен для развития именно производственных отношений, внутри производства. Институт наставничества тоже немаловажная составляющая именно этого взаимодействия. И когда мы подписываем такие соглашения, то мы, конечно же, договариваемся, уславливаемся о том, что это сотрудничество будет продолжаться, и такое соглашение, конечно же, будет носить не только формальный характер, но и найдет свое отражение в ежедневной работе и взаимодействии с сотрудниками. В соглашении есть разделы, касающиеся молодежи, социальных гарантий и льгот. Ежегодное подписание соглашения сопровождается отслеживанием за выполнением всех его пунктов. Документ помогает работать и строить отношения между всеми участниками социально-экономического процесса в Раменском городском округе. Контролировать и выполнять пункты соглашения все участники, подписавшие документ, будут совместно. Трехстороннее соглашение будет действовать на протяжении года с момента его подписания. Екатерина Морозова, Андрей Пластунов, Раменское телевидение.